Здравствуй, мой дорогой друг, и добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Первый взгляд». Сегодня я предлагаю посмотреть на демо-версии игры House Flipper 2. Когда-то давным-давным-давным-давным-давным-давно на канале у меня было видео по первой части House Flipper, и тогда эта игра, ну, меня действительно покорила. Я до того момента не видел ни одной игры, которая бы позволяла так вот кастомизировать дом. Можно делать все, что угодно, начиная с фасада, заканчивая установкой розеток и так далее. И тому подобное. То есть игра действительно в этом плане очень и очень сильно замороченная. И в какой-то степени лично для меня она напоминает, ну, Sims, если хотите, от первого лица. Сегодня я предлагаю посмотреть, как я уже и сказал, на демо-версию House Flipper 2. Сразу скажу, что если вдруг какие-то баги, косяки, недоработки, либо что-то такое мы увидим, это нормально, потому что это демо-версия, это еще далеко не релизная история, так что вот такие вот дела. Итак, по графике, в принципе, неплохо. Для такого жанра игры, для такого жанра симулятора очень и очень даже неплохо. Здесь даже не то, чтобы, ну, конечно, влияет общий аспект графики, да, как общая графика сама по себе выглядит, но здесь все-таки детализация именно вот этих всяких мелких предметов, интерьерных всяких предметов, фасадных каких-то историй. Здесь, как мне кажется, она играет куда более важную роль, нежели чем как бы вот то, что находится снаружи. Как бы тоже, но тем не менее. По интерфейсу игра поддерживает русский язык уже даже на стадии демо-версии. То есть это прям стопудово уже известно то, что будет русский язык на финале, на релизе игры. По интерфейсу все достаточно просто, все достаточно понятно. На правую кнопку мышки мы зажимаем, у нас открывается вот такое замечательное колесо. И что еще интересно, я заметил, в зависимости от того, где мы находимся, в какой локации, да, игра это понимает и подсказывает, какой тип предметов нам здесь необходим, то есть по заданию, которое у нас есть здесь, если нажать, допустим, на клавишу Tab. Ну, например, мне нужно подтереть, так сказать, 10 пятен, убрать, собрать 10 элементов мусора, продать 72 вот этих вот ненужных элемента, которые валяются снаружи и, наверное, внутри дома. Ну и плюс ко всему мне нужно восстановить фасад здания холодным каким-то деревом. Ну что ж, давайте будем отправляться, будем смотреть. Также здесь разбросаны вот такие замечательные книжки, которые нас как раз таки и обучают вот этим всем предметам, которые здесь есть. Я беру инструмент флиппера, очень такая интересная вещь, которая позволяет просто в один клик продавать практически весь ненужный хлам. Вот так вот, легко и просто. Но некоторые элементы, они не убираются именно флиппером, поэтому для них уже нужен будет именно мешок для того, чтобы собрать мусор. То есть вот как-то для меня это лично непонятно, почему вот какие-то конкретные, хотя похожие, да, по своей сути элементы, по типу там палок, либо остатков палет, их можно продать флиппером, но в то же время там какие-то небольшие частички. Ну, в общем, как-то все это для меня странно. Вот здесь мы уже берем мешок и, соответственно, занимаемся уборкой. Отлично. Вот, пожалуйста, мангальную зону немножечко мы вроде как причесали. Дальше берем опять флиппер и продаем вот эту всю беду. Нам она не нужна. Также мы можем вот эти замечательные строительные леса продать. Вот эту историю. Все то, что мы видим, мы все это дело продаем. Естественно, когда мы будем играть уже в полную версию игры, когда у нас будет какая-никакая экономика в этой игре, да, мы, в общем-то, весь бюджет, который заработаем на продаже хлама, мы его можем потратить на то, чтобы заработать, во-первых, да, либо взять и направить это непосредственно уже на то, чтобы купить какие-то запчасти, так сказать, для того или иного дома, который мы ремонтируем в тот момент. Так, здесь вроде бы все подсобрал. Аккуратненько сейчас мы вот эти палочки еще быстренько пособираем. Я показываю всегда все как есть, то есть я не буду делать какие-то склейки. По возможности постараюсь я их, конечно же, не делать. Просто показать вот вам весь процесс, как он выглядит от первого лица, без срезок, без склеек, вот как оно есть. Так вот взять просто вам и показать. Также дом мы должны помыть. Здесь я не знаю как, на необитаемом острове, но оказались вандалы, которые любят рисовать граффити. И они вот просто взяли и разрисовали наш дом. Вот-вот козлы, а. Вот-вот-вот просто, вот сволочи. Вот самые настоящие сволочи. Вот кому он мешал? Дом просто стоит один. Тут никого нет. Я один на этом острове. Его взяли и сволочи разрисовали. Зачем, самое главное? Вот-вот-вот зачем?
Ну так вот, если подумать. Здесь вообще кровью какой-то написали. Господи, прости, а. Потеки какие-то сделали. Ну, не факт, конечно, то, что это кровь, но очень-очень похоже. Как типа аэрография на тачках под кровь вот такая же. Так, ну вроде бы все. Вроде бы все. Осталось только на лицевой части дома прибрать вот это все барахло, попродавать это все барахло. Книжка, окей. Вот книжки не пропадают, они постоянно валяются, и тем самым кажется то, что ты мусор как будто бы какой-то забыл. А они просто постоянно лежат, и все. Вот сделали бы так, чтобы ты ее прочитал, и как бы все. Она пропала, она исчезла. Так, сейчас мы еще здесь фасад сразу дотрем, чтобы все у нас было шикарно, и заодно попротираем пол. Но тоже для меня немножко непонятная история, почему я и пол, и стены, и вообще все тру просто одной тряпкой. Но я думаю, можно было бы научить игру различать вот это все, и хотя бы для пола, там, не знаю, какую-то модель швабры добавить или что-то такое. То есть, ну, вот как-то постараться в этом плане, потому что вот все, ты буквально все трешь одной и той же тряпкой. Так, попадаем в дом. Здесь у нас ситуация плачевная. Очень-очень-очень даже плачевная. Я думаю, здесь нам понадобится вот эта история, которая все это дело продает. Вообще, здесь, по сути, нам что нужно сделать? Нам нужно полностью все убрать, все, что только возможно убрать, и построить... Ну, грубо говоря, отстроить все заново, сделать здесь хороший ремонт, все это восстановить. Ох, да, дом, конечно, заброшен просто до нельзя. До нельзя дом заброшен. Но вот опять же, тоже всякие банки, склянки, их можно продать, но в мусор они не пойдут. То есть вот как вот, не понимаю я некоторых элементов пока что этой игры. Вот опять же, те же банки, например, с подоконника мы собирали совершенно спокойно, да, и продавали флипперам, а вот эти бутылки всякие, я их флипперам уже не могу продать, инструментом флиппера точнее. В то же время всякие там бумажульки, т.д. и т.п. Ну вот мешок мусора я уже здесь собрал. Также есть типа якобы там битые стекла, которые тоже, соответственно, нужно пропылесосить, да, их нужно пропылесосить. Но для этого нужно вот на каждый буквальный элемент чувство флиппера. А, то есть тут показывается то, что мы можем конкретно флиппером продать. Но было бы гораздо интереснее, может быть это в навыках, кстати, будет потом в дальнейшем, когда полная игра выйдет, так сказать. Может быть это будет в навыках, чтобы типа, ну просто не каждый раз вот кликать на каждый элемент, а просто кнопку зажать и водить. Вот сейчас она у меня зажата, и ничего не пропадает. Вот это было бы на самом деле очень круто, что вот не нажимать постоянно, не долбить эту кнопку несчастную левой мышки, да, а вот просто зажал и водишь, и у тебя это все продается. Я бы это в навык реально запихнул, чтобы не сразу там, да, люди начинали вот, так сказать, терять интерес к игре, да? А чтобы постепенно-постепенно у них раз этот навык появился, и опа, они уже вот занимаются такой историей. Так, подбираем оставшийся мусор, коего тут очень много. Угу. Так, все забираем, все это вам показываю. Все как есть, ребята, вот все как есть. Как вот оно, вот если бы вы сами играли, вот я вам также все это дело и стараюсь показать. Вот тоже вот. Блин, вот как-то, эх, не знаю я, какие-то моменты вот так, а какие-то моменты вот так. Ну, прям очень бесит вот эти моменты. Можем сразу открыть дверь, дабы проветрить. Вот эту историю тоже можно будет продать. Так, ну, по этой комнате что я хочу сказать? В принципе, мы все как бы уже подсобирали, откровенно говоря, да? Здесь осталось только, наверное, пропылесосить. Вот такой вот у нас пылесос имеется. Замечательный, который все осколки собирает. Шикарно, да? Согласись. Не, ну прикольно, на самом деле. Залипательная игра просто до ужаса. Вообще, вот я вот люблю, честно признаться, я подобного игрушки люблю. Когда ты просто садишься, тебе не нужно там вообще, по большому-то счету, никуда спешить. Ты просто сидишь и занимаешься работой. Поработал, как говорится, в реале. Можно поработать и в игре. Почему бы нет? Так, отмываем все стены. Отлично. Ну и здесь нам нужно будет помыть пол. Ну вот видите, да, тряпкой вот это одно и то же, что мыл стены, потолок, там пол. Все одно и той же тряпкой отмываешь. Ну как-то вот, не знаю, как по мне, лучше бы здесь была просто швабра. Хотя, быть может, она просто потом добавляется уже непосредственно через навыки. Опять же, в теории, я думаю, так оно и есть.
что этими самыми навыками это все здесь и решается. Это же демка, по сути, нам дали какой-то бюджет, нам дали дом, типа вот оцените механики, просто посмотрите на механики, как это работает и так далее и тому подобное. О, здесь что-то все течет, я боюсь представить то, что там сейчас наверху творится, там, наверное, вообще жесть. Мне кажется, там лягушки живут, ты посмотри, ну это просто капец, как будто в My Summer Car кто-то на пол нассал, вот там такая же текстура, один в один вообще. Так, ну здесь, в принципе, все. Вот единственное, только я тут под мешком еще немножечко хочу пропылесосить. Эту комнату мы вроде почистили. Окна давайте помоем. Также легко достаточно они делаются тем же самым инструментом. Но вот здесь вот есть такой скребок, не знаю, как это назвать правильно, которым мы, пожалуйста, вот такой замечательной мини-игрой все выполняем. Можем открыть окна для того, чтобы проветрить можно было. Все отлично, окошко у нас готово. И здесь также мы окошечко вымываем. Это также входит в перечень наших задач, которые мы должны выполнить. То есть нажимаем Tab, и здесь вот видно окна, где оно только что промелькнуло. Вот окна. Нам нужно помыть 6 окон. То есть, соответственно, в этой комнате располагается 6 окон, 6 элементов вот этих стекольных, скажем так, которые нам необходимо помыть, почистить, и тогда у нас прибавится немножечко общего рейтинга к выполненной задаче. Так, вымываем это окошко. Отлично. Как-то выборочно они запачкались. Вот эти почему-то слева чистые, да? А справа оно было грязное. Ну, ладно, окей. Разработчики так решили. Так, далее у нас еще одна история. Здесь нам нужно вот так вот все это вычистить, помыть. Вот, пожалуйста, у нас коридор теперь пошел. Тоже нам его нужно ошкалодронить. Ага, отлично, отлично. Ну, здесь течет. Здесь где-то течет крыша, причем очень-очень-очень сильно крыша течет. Не знаю, что тут, торнадо какое-то прошло или что, но прям, да, крыша очень сильно течет. Так, кладовка. Что у нас в кладовке? В мусор в кладовке у нас ничего нельзя сдать. Единственное, мы только вот, наверное, это можем тут сделать. Здесь у нас свет. Но свет есть, кстати, как ни странно, да? Такой заброшенный дом, а свет присутствует. И как бы все хорошо в этом плане. Так, можем сразу здесь пол протереть, дабы просто сюда потом не возвращаться. Сразу обращаем внимание на окна, можно их открыть, дабы все это проветрилось. Но здесь, конечно, стены в ужасном состоянии. Я думаю, мы просто все это добро потом заклеим обоями. Ну, надо по-хорошему обработать, чтобы плесенью все это не пошло. Но кому это надо? Не себе же делаем, и ладно. Так что можно в этом плане немножечко забить. О, тут щетка такая у нас появилась. Прикол, здесь... А можно я сюда не пойду? Потому что что-то это прям меня вообще печалит. Это прям очень ужасно. Ё-парэсэте. Ну это прям ужасно. Ладно, ребят, второй этаж, с вашего позволения, я делать не буду. Давайте мы займемся фасадными работами. Здесь в фасадных работах у нас есть вещь, связанная с чем? Вещь, связанная с вот этими замечательными элементами отделки декора. Как я полагаю, это как раз-таки вот эти элементы, которые у нас здесь просто-напросто пропущены. Так, я вижу, тут у нас еще дощечечка стоит. Что нам нужно? Мы просто нажимаем Tab и нажимаем на тот элемент, который нам необходим. И, ну, например, выбрать узор. Как я полагаю, нам тут ничего не нужно. Просто нажимаем «Купить». И далее, что мы должны делать? Подожди, не могу понять пока что. Так, нам надо взять вот эту штучку и, так сказать, снять старые вот эти вот квадратики все, но не зацепить при этом новые, иначе нам придется платить еще и за новые. Ага, так, отлично, это мы все сняли, и теперь мы делаем вот так. Ага, все, да, все, пошло. Отлично, шикарно, просто шикарно, ты посмотри. Ну, просто дом как новый. Оп. Ну, красота же! Ну, согласись, но шикарно, ну, просто шикарно. Ну, вот, любо-дорого. Далее, здесь мы делаем то же самое. Да, мы берем вот этот скребок, шпатель, я не знаю, как это правильно называется. Я далеко не строитель. Снимаем всю старую облицовку, которая уже то ли обуглилась, то ли непонятно, что с ней произошло. Как-то выборочно она стала очень сильно плохой, да. Так, а это что такое? Это мы какую-то сделали то ли сетку, то ли что.
И типа в эту сетку мы... А, нет. Все, я по... это чисто, то есть получается для того, чтобы мы сразу, видимо, все элементы сняли, если их очень много, если это какая-то большая стена здания, либо внутренняя отделка, ну, чтобы просто по одной клеточке мы так не водили, мы можем взять и сразу выделить область. Все это у нас дело отвалится. Ну, вот так у нас проходит внешняя отделка. Надеюсь, понятно, как это работает. Ёптать, так там еще и на балконе засрано все. Офигеть. Теперь я предлагаю посмотреть, что мы можем сделать внутри. Внутри. Давайте также мы нажимаем Tab и смотрим то, что нам нужны буковые панели. Мы их покупаем. Уложить их также нельзя. Мы берем вот этот замечательный шпатель, скребок, или не знаю, как это правильно называется. И снимаем весь старый пол, который тут у нас есть. Крайне, конечно, это неудобно делать. Наверное, как раз-таки для этого и делается вот это чутье флиппера, чтобы мы просто выделили область. И уже вот, получилось. Так, ну-ка давайте попробуем, да? А, нет, не чутье, а установить границы отделки. Но почему-то не проходит у меня это. Вроде бы нажимаю как надо, да, но почему-то не проходит. Ну, видимо, из-за того, что демка, пока может быть просто этот функционал немножечко у нас недоработанный, к сожалению. Так, и здесь мы... Ой, в каком попало порядке? Ну, игра, наверное, здесь выстроена таким образом, то, что она сама фигуры подбирает, чтобы просто, ну, пол был ровным, чтобы в разнобой ничего не было, чтобы все фигуры, они подсобрались, так сказать. Все было в этом плане хорошо. Да, 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 да. Тут прям под фигуры все специально сделано. Я бы вот так вот, если честно, в реальной жизни вот это выкладывать, я бы охренел по большому-то счету. Потому что, ну, надо помнить, куда, где, что, как, зачем, почему. Вот так вот каждый раз кликать, конечно, это тоже не доставляет никакого удовольствия. Так, отлично, здесь пол сделали, но с этим как бы понятно, что делается у нас абсолютно все то же самое. Далее, что нам необходимо? Нам необходимо купить батареи, мы их покупаем, и вот сюда мы их с удовольствием размещаем. Всего нам их нужно две штуки, были они у нас, если я не ошибаюсь, здесь и здесь. Ну, пусть будет три. Я человек добрый, я поставлю три батареи. Дальше мы поставим диван под названием Мэдисон, ну, например, я поставлю его здесь. Далее нам необходим шкаф. Ух ты, так тут еще и можно повыбирать типы ручек, вау! Можно изменить базовый цвет, можно поменять этот элемент, можно здесь поменять. Ёпарасете, вот это да! Вот это гламурно, вот это я поставлю сюда. Ну, можно это, естественно, повернуть, просто колесиком вращаем, и вот так вот мы это все дело можем поворачивать. Офигенно, слушай, вообще офигенно. Так, далее, ковер. О, вот это по-нашему. Вот это, ой, он его можно на стену повесить. Смотри. Слушай, так тут можно создать прям реально советскую квартиру. Это же вообще с кайфом. Можно просто ковры вешать на стену. Это гениальная игра, она мне уже нравится. Пожалуйста, торшерчик. Три стульчика нам надо поставить. Я не знаю, правда, зачем они здесь нужны, но ладно, мы их здесь поставим, пусть они стоят. Типа а-ля тут якобы где-то кто-то может посидеть в случае чего. Столик, ну, естественно, трёшь-мёш, всякие делать, базары-вазалы, тереть туда-сюда. То есть, пожалуйста, все это пусть у нас будет. Тумбу под телевизор, я уже не знаю, откровенно признаться, куда ее ставить, но перекроем, так сказать, вход, поставим ее здесь. Сам телевизор, кстати, покупать не надо. Вообще по магазину давайте посмотрим, что у нас тут есть. Какая тут у нас мебель, техника и так далее и тому подобное. Но элементов декора тут очень много. Конкретно все также поделено по разделам. Это все, что касается ванной комнаты, насколько я полагаю, полки. Только полки, скорее всего. А, то есть мы... Подожди, что-то я... А, то есть... То есть мы когда нажимаем сюда, сортируется чисто то, что можно повесить в ванну. Все, я понял. А так у нас идет типа общий какой-то список. Вот, пожалуйста, все у нас идет до бесконечности здесь. О, тумбы такие, ты посмотри, прям серванты целые. Офигеть можно. Такое хранение, среднее хранение, полки, малое, высокое, гардеробы, прочее. Офигеть. Просто вы посмотрите, сколько тут всего. Даже вплоть до того, что рюмки, кастрюли, банки, тапочки даже можно. Ёпарасете.
Я думаю, эта игра мечта любой девушки. Вот серьезно. Если вы счастливая пара и вы играете вдвоем в игры, мне кажется, эта игра просто прям идеально для двоих. То есть парень, грубо говоря, занимается там уборкой, делает там ремонт какой-никакой. А вот уже конкретно прям расстановкой всяческой, там, да, мебели и так далее, должна заниматься девушка. Но это просто офигеть, сколько здесь всего. С ума сойти. Это обалдеть. Даже компьютеры какие-то. Во, все. Я сделал себе идеальную хату, мне нормально. Я буду сидеть, например, да, вот так вот. На этом замечательном диване. Я на него сел, смотрю телевизор. И меня, в принципе, все устраивает. Большинство парней именно так и живут. Ну что, господа, на этом тогда все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите обязательно в комментариях, как вам игра. Я обязательно буду ждать полной версии. Как только она выйдет, я прям с удовольствием ее даже постримлю. Первый взгляд, естественно, уже записывать не буду, потому что, я думаю, мало что здесь наверняка поменяется. А постримить ее можно, потому что игра мега залипательная, можно и с аудиторией пообщаться, и навести какую-никакую красоту, пусть и в этом виртуальном доме. На этом все, пока-пока, еще увидимся.